Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 9 августа, первый учебный день в этом году. Первый день мы провели весь на улице. Колледж подготовил для нас игру по станциям, где какие-то станции мы проходили самостоятельно, а какие-то вместе всей нашей группой. Нам выдали листочки, где на каждой станции мы должны были зарабатывать печать. Где-то нужно было кинуть мешочек и попасть в дырочку. За все наши выигрыши мы получали какие-то призы, где-то конфетки, где-то какие-то сувениры колледжа. Игра длилась с 9 утра и до 2 часов дня с перерывом на обед. Но время пролетело незаметно, конкурсы были разные. Где-то нужно было попасть монеткой в кружку, стоящую в ведре, где-то нужно было раскрутить шарик и попасть, как в боулинге, в дырочку, и получали всякие разные призы. Где-то ручку, где-то конфеты, где-то даже гигиеническую помаду. Также можно было угоститься бесплатно чаем, кофе и печеньками. К концу игры мы успели собрать все печати. В конце было, конечно же, награждение. Одна русская девочка из нашей группы выиграла небольшой приз. Также можно было посетить библиотеку на колесах. Она курсирует между разными поселками в нашем городе и заезжает в школы и детские сады. Она прикреплена к обычной библиотеке. Если нет возможности приехать в библиотеку, можно подойти к такой машине. И в конце мы опустили все наши карточки, и было награждение. Не забудьте подписаться!